Дорогие друзья, дорогие зрители, поздравляю всех с наступающим Новым годом. От имени канала Максимат, от себя, Максима Артемова, лично всех вас с наступающим, друзья мои. И у нас сегодня моды на игру КД Соседа, которые присылают подписчики или просто гости канала. Предновогодний такой праздничный выпуск. Как я прямо активно пытаюсь записывать это все. Но у меня уже Новый год через 11 часов, а я тут снимаю выпуски. Короче, приступаем. Включаем музыку. Короче, новогодний мод только один. Второй так и не вышел пока до сих пор. Который мне говорят, что работают на ним. Ну, ладно, в январе выйдет. Короче, здесь написано, что музыка без авторских прав, и я надеюсь, что это так и будет. Но то, что музыка... Ой, эта елка вот так моргает, это прикольно. Короче, только эти уровни работают. Ну, давайте, запустим, по очереди будем запускать. У новогоднего экрана. Да, соседа на кресле, можно спокойно бегать. Тут с ошибками все понаписано. Что ж, идем. Надеемся на новогодние удачи и приключения. Приключения. Ага, здесь закрыта дверь. Обалдеть. Тут надо проскальзывать мимо соседа. Хорошо, я понял. Снег неплохо падает. Интересно, как в таком случае? Понятно. Пусть сначала возьмет пивко, потом возьмет пивко повторно, потом заскочим сюда. Слушайте, действительно работает. Бежим. Отлично. И почему сосед до сих пор не заметил, что у него телевизор не пашет? Аж три цвета моргает. Прикольно. Let's go. Он срать долго будет, у нас полно времени. Все что ли? Хорошо, мод проработан, мне нравится это. Снег, правда, как-то немного странно выглядит, что ночью такой светлый снег. Хотя... Ну, раз здесь фонарь, то может быть еще логично, а вот здесь еще не совсем. Но тем не менее, все равно очень прикольно, что постарались сделать анимацию падающего снега. И это очень мне нравится. Mm.
Так, следующий телефон... Ой, это уровень телефонной пакости называется. В Living Room есть невидимый объект, который можно взять. Хорошо. Собачья миска. А, нельзя смотреть эту штуку. Это самое ведро. Но невидимый объект, я понял, что за... Серьезно? Я что-то не ожидал такого. Вот это. Это может быть либо вот это, либо коврик вот этот. А, смотрите, как консольной версии проработано. Правда, бинокля все равно нет. Ну, как бы и фиг с ними, если что. Так, я надеюсь, солнце не успеет сесть. А, господи, что я говорю, как оно сесть-то может? Рано же еще совсем. Давай, давай, работай. А, я запутался вообще в пакостях за ненужных предметов. Ну, я так понял, клей это в телефон надо. Да, точно. Музычка играет довольно хорошая. Извините. Так, чем ее скрутить? Это первая пакость, вторая пакость, третья пакость. Так, а четвертая какая? Тут блинг есть. А, ну это подсказку я и использовал. А, вот оно какое. Ну это типа, это якорь микроволновка. Но нет. Ну как это не спускается? Спускается. Давай, сосед, пожалуйста, быстрее. Я немного лоханулся, забыв портрет нарисовал. Секунду, а почему он пошел здесь? Чё так? В смысле? А, он не пойдет сюда больше. Тут вот здесь вот этот момент не проработан, но. Ну ладно, давайте закончим уровень тогда. Кто знал, что так будет? Следующий с Новым годом называется. Сосед не видит Рудика, да роется в почте. Хорошо. Тут даже подсказку мне дали. Да. Сосед, правда, празднует его не как Новый год, а как день рождения. Шляпку именинника одевает и все такое. Ну, это ничего не мешает моду быть хорошим. Абсолютно не мешает. Прячемся в шкафу и побежит он за пластырем и быстренько наверх. Хотя я боюсь, что могу не успеть.
Хотя пока он там будет хныкать, может и успеем. Успеем, наверняка успеем. Уже сделаем. Давай последний пакост остался. Последний пакост. Следующий набирается подарочное побоище. Блин, солнце. На самом деле у меня солнце сейчас садится. Я 30 декабря записываю этот выпуск. И я думаю, что я не успею все уровни до посадки, так называемой посадки солнца записать. Но я должен. Я должен записать все, постараться как-нибудь. Что-нибудь придумаю, если что. Так, ну фломастер, наверное, сразу же сюда прилепим. Используем, точнее, на стене. Так, в принципе, мы готовы к кладению шара для боулинга. Кстати, прикольно зеленый цвет вот здесь сделан. Прикольно, хорошо сделано. А, вот как. Подарок закинули соседу. А подарком он и не рад. Right to
Забыл совсем, блин. Отлично, на серебро, ну неплохо. Так, искусство требует снег. Если подкрасться, можно строить планы и козни прямо под носом пугая. Хорошо. Ну, этот уровень довольно простой, если тут особо таких изменений не делали. Какое-то немного странное украшение. Почему оно черное? Но елка мне определенно нравится. А, нет, не будем пока заморочиться с этим делом. И портрет вот этот выглядит тоже неплохо. Определенно. Что я наделал? Пора валить отсюда. Как я успел-то, а? Я просто не привык, что ПКК может быть в ванной. Забыл про это совсем. Давайте прям сразу же начнем пакостить. О, картина. Что будет? О, прикольная картина получилась. Наверное, надо включить освещение ламповое. После того, как этот уровень пройдем. Ну-ка, сейчас как он будет работать. Да, такое чувство, что на улице еще темнее стало. Ладно, пусть будет так работать. Может, уже давно надо было так сделать. Только вот я забыл выскочить вниз и сломать моторчик ему. Включал это долбанное освещение. Ладно, придется все помедленнее обожаю эту пакость.
Зимнее утро. Зимнее, а не я. Ладно, погнали. Утро такое, зимненькое утречко. А мы одеты все как по-летнему. Как бы это странно не звучало. Вот где сосед отдыхает. Это немного странно. То есть мы даже можем спрятаться... А, нет, не можем. Ух, хорошо. А какой толк мне от этого интереса? То я тут, тут нечего брать. Я так и не понял, как... зачем я вообще это делал сейчас? Ну, коряво написано. А, Merry Christmas тут написано. Я думал, тут украшения так висят. Корявенько, конечно, повешено, но... Ладно, все равно есть так есть. Еще и... Блин, когда же живот пугает? Ай, а, господи, не то. Звуки, как будто сердце. Вот сейчас, что это, звуки сердцебиения или что это? Давайте начнем сразу с землицы, которую я не взял, потому что ее не было видно. Ладно, ладно. Фиг с ней. Блин, ну я не видел, тут же не видно ее было. Ой-ой, я в беде. Я не знал, что здесь нельзя спрятаться. Черт, а? Давайте заново. Я что-то неправильно сделал. Я лоханулся. Надо было взять землю там. Что это за звуки? Это сердцебиение или что? Я опять в беде, потому что деваться некуда тут. Там-то будет возвращаться было куда спрятаться, а здесь некуда. Ну, вообще темно уже на улице. Короче, придется соседа переманивать от одной комнаты в другую. Первый раз прохожу этот мод, естественно, я же за кадром его не проходил. Ох, ладно.
Кстати, вот только недавно совсем понял, как собака вот эта играет с кроликом. Это же так пошло. Я так и не понял, кто издает звуки сердцебиения. Так, вот теперь можно заняться вот этим. Нет, я не там хотел его поставить. А, нет, я взял. Я уже думал, я аптечку не открыл. Как это? А. Давай, сет, иди быстрее сюда. Уже очень долго уровень проходим. Остался один. %97. Окей, золото. Остался один уровень. Так, сейчас я поставлю на паузу, посмотрю, что можно сделать с освещением. Чик-чик. Друзья, хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте, где я иногда выкладываю что-нибудь интересное. Сюда можно скинуть мод на кадры соседа. Вот, как вы видите, уже тут понакидали. Предлагать идеи для игр, ну и так далее. Обязательно переходите и подписывайтесь, ссылка в описании. Так, ну да, пусть так будет. Дело мастера боится. Осталось у нас один из моих самых
как по мне, это самый сложный уровень в игре. А, тут еще и... А как попасть на тот этаж? Есть он с соседом на перегонки. А, зашибись. Вот это уровень. И как я... Как я его пройду-то вообще? Он же... Я уже в западне, можно сказать. Ладно, давайте его не будем проходить, просто посмотрим, как тут что выглядит. А, я не сдвину камеру. Локацию посмотрим и закончим на этом. Короче, тут немного странно с дверями. Мне уже как-то страшновато. Ладно. Ладно, будем считать этот мод пройденный. Этот уровень слишком сложный. Что ж, я поставлю этому моду галочку. Мне очень понравился. Максимат за сегодня добрый ставит этому моду галочку. Потому что Новый год же все-таки. Что ж, на сегодня все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стрим Зумновский канал, в группу ВКонтакте вступайте. Ну а в моды мы уже вернемся в следующем году. Всех с наступающим. Ну а за зрителями я еще не прощаюсь. Ожидайте через несколько часов новогодний выпуск. Всем пока.